В единый день голосования с раннего утра в Красноглинском районе работает территориальная избирательная комиссия, главная задача которой – контроль за подготовкой и проведением выборов. Наблюдатели присутствовали на избирательных участках. Один из них находится в школе номер 127 и относится к 17-му одномандатному избирательному округу. Общественный наблюдатель от Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский побывал на этом участке. Общественная палата назначила наблюдателей общественных, которые имеют статус независимых наблюдателей, и мы мониторили ситуацию уже с начала объявления соответствующих дополнительных выборов. И за этот период, что, честно говоря, приятно, не было никаких нарушений законодательства. Серьезных претензий со стороны организаторов избирательного процесса, участников избирательной кампании, также не было. От каждого депутата, от его голоса зависит и успех работы всей муниципальной власти. Причем из депутатов муниципальных районов, советов, которые у нас есть, формируется и Самарская городская дума. А это, в общем-то, основной субъект, который решает окончательно вопросы бюджетирования. Эксперт считает, что люди осознают свою политическую волю и понимают, что выборы – инструмент формирования публичной власти. В данном случае – муниципальный. Муниципальная власть ближе всех к населению и лучше всех знает о болевых точках на тех или иных территориях, которые способны решить. Юлия Василькина, Сергей Баскин. События.